Этот персонаж играет важнейшую роль в сюжете, и одновременно не значит для него ничего. Вы наверняка о нем знаете, но далеко не всегда вспоминаете о том, что он существует. Этого персонажа зовут Селеста. Героиня этого видео живет в Рандоне. Она является представителем одной древней профессии. Судя по тексту, из концовки S подвержена этой деятельности насильно. Она возлюбленная Кахары. Игроки оценивают их отношения как здоровые и крепкие. Селеста – молодая девушка с бледной кожей и вьющимися светлыми волосами голубоватого оттенка. В игре ее можно увидеть только голой. На файлах есть одетая версия. Там на ней темное платье, предположительно полупрозрачное ближе к низу. Такие же будто полупрозрачные перчатки. Ни на одном спрайте Селеста не носит обувь. Стоит упомянуть и аксессуары. На голове у нее фераньерка, подвеска с камнем, которую носила преимущественно знать. На шее девушки ожерелье с черепом некого мелкого животного. Черепа на и в украшениях символизируют смерть и противостояние ей, что немного иронично, если взглянуть на кое-какой старый арт от мира. Здесь Селеста воскрешает мертвого, борется со смертью. Игрокам фих это изображение знакомо в измененном виде. Оно является артом из концовки Dars. Получается, светловолосая должна была появиться в подземельях? Да не просто появиться, а воскресить, очевидно, Кахару. Сказать честно, такая судьба для нее мне нравится гораздо больше. Ведь сейчас Селеста служит всего лишь мотивацией наемника отправиться на задание. Вспомним, что Селеста еще и беременная. Мы узнаем об этом во сне, и больше ни беременность, ни дети в игре не упоминаются. На арте концовки даже не похоже, что у девушки есть живот. Сам Кахара возлюбленную не упоминает в диалогах. Он вообще скрывает от других персонажей довольно много. Например, навык кражи у него отсутствует, но обворовывает игрока он не раз. Назад к судьбе Селесты. Вы ведь помните о том, что она единственный однозначно живой персонаж, связанный с главными героями? Энки все связи порвал, семья Рангвальдра умерла, как и может умереть Лигард. Точнее, он умер и был воскрешен позже. Беременная проститутка – это все, что у нас есть от внешнего мира. И она просто есть. Такой потенциал и такая реализация. Помните, как люди строили теории, является ли кто-то из участников фестиваля потомками Кахары и Селесты? В ответ на них мы получили мертвого наемника и его забытую напрочь жену. Этого ли достоин персонаж, каким-то образом выживший во вселенной из страха и голода? Вопрос остается открытым.